Ну что, ребята, поздравьте меня, завершаю я свой марафон на ТикТоке. Я обещала, что буду держаться до разворота ретро-Венеры 4 сентября. Ретро-Венера становится директной Венерой, Юпитер становится ретроградным обратно. А я завершаю свой марафон на ТикТоке. Буду ли я еще делать видео, я не знаю. Ну, марафон завершен, то есть каждый день я уже точно не буду. Давайте на сегодня посмотрим, что тут у вас на сегодня. Черная луна, черная пантера, черная орхидея, магия теней и любовь. Смотрите, у кого-то скрываемая любовь, по какой-то причине вы эту любовь скрываете. Может быть, даже от самого себя, либо от самой себя, но вы любите. Это любовь, дарованная вам небесами, не случайно вас свели. А женщина, о которой вы думаете, богиня, поздравляю, вам очень повезло. Мужчина, у кого-то козерог. Здесь, конечно, в зеркальном отражении, но, думаю, вы узнаете знак козерога. Руна Беркана, зуб, зима, все козерожьи знаки, магия камней, кристаллов. Ну, здесь очень может быть, что земные знаки зодиака, мужчина трудоголик, даже если не козерог. Заклинаю вас, благословляю вас, дети мои. Да любите друг друга. Смотрите, у кого-то даже ребеночек будет. Если не ребеночек, то вы по роду, да, то есть вы друг для друга будете как дети. А бейба ваша здесь будет, даже если у вас не будет детей, девушка будет для вас ваша девочка. А дело общее тоже может быть, да, если это не обязательно ребеночек, но что-то созреет. Может быть, вы миру дадите что-то. А давайте посмотрим, что вы дадите миру. Новолуние, что-то совершенно новое, такого мир не видел, такого мир не знал. Вы в паре можете буквально перевернуть этот мир, дать миру новое понимание вообще жизни. Здесь очень мощная парочка ко мне пришла, Персефона, Шива и Шакти. Да, смотрите, вы выходите на заработок денег в паре. Вот не зря я сказала про общий бизнес. Тот, кто не хочет детей, может быть, вы child free, у вас есть очень общий бизнес, хотя... Все-таки мне здесь кажется, что здесь может быть все. Знаете, вы можете там, у вас может быть и ребеночек, например, один, и бизнес один, а дом один на двоих, да, мир у вас один на двоих. Здесь много чего, ключи, здесь много энергии. У кого как, может быть и все вместе. А вы знаете, это будет вот уже в этом месяце. Видите, дева, это сентябрь. Уже в сентябре вы либо встретите такого человека, либо он у вас уже есть. Ваши отношения укрепятся в сентябре. Вот, солнышко, солнце в деве, точно. Чей-то отец вас благословляет, отец небесный вас благословляет, и духи вашего рода, будьте счастливы.